Доброе утро, дорогие мои друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, какое же растение может без проблем выдавить все сорняки на вашем участке. И не просто выдавить, а показать еще красоту цветения. Конечно же, это дербенник иволистный. Вот здесь он скромненько уже отцвел, остались сверху вот такие маленькие нежные цветочки. Когда разрастаются огромные куртины дербенника, это невероятная красота. Это растение можно отнести и к саду, который создаем мы в стиле кантри, в простом сельском. Да, рядом с розами, скорее всего, это будет смотреться немножко не так эффектно. Но вот там, где у вас злаки, простые садовые цветы, ромашки, гравелат, вот прекрасно будет расти там дербенник иволистный. Смотрите, вот он хорошо растет на увлажненных почвах. Если многие растения побаиваются повышенной влажности, для дербенника там самая красота. Он будет рослый, пышный, красивый. Цветение вы видите какое. Особого ухода этот цветок не требует. Многие смотрят на него и говорят, ну что это за сорняк? А когда видят картинку красивую уже цветущих кустов, это фейерверк красок. Уход за дербенником не простой, а совсем простой. Точнее, это как раз растение минимального ухода. Посадил и забыл. Но действуйте аккуратно, потому что он наращивает великолепные куртины, быстро разрастается и может занять чье-то другое место. Поэтому лучше ему выделить площадь там, где есть возможность ему разрастись, создать большую куртину и показать всю свою красоту. Цвести он будет достаточно долго, красиво, эффектно. К нему подойдет также шалфей, рядом можно высадить. Рядом можно высадить котовник или подчеркнуть декоративные кустарники, статусные декоративные кустарники, например, высокорослые гортензии, вот таким замечательным дербенником. Запомните, пожалуйста, это название – дербенник иволистный. Вы еще не решились, нужен он вам в саду или нет? Однозначно нужен. Создавайте красивые куртины, красивые сады. Пусть у вас всегда будет яркое, солнечное, хорошее настроение.